Кристина, я последняя надежда. Я уже последние 4 партии проиграл. Да ну. Снежана. Так что если хочешь со мной тренировать, то как-то. Снежанова как обыграть? Да. Спокойно играй и все. Я, блин, так и играю. И играл 3-4 партии. Еще вот. По 3-0, по-моему. Вот играй спокойно, перекидывай, Ну, он бьет тогда. Перекидывай. Кидай ему направо, на шипы не будет бить. Ну, да. И все. Ну, ему налево. Когда зависит, зависит, уже совсем надежно бей. Ху! Не вращай, да? Я что, не вращай, а уже не понимаю, что. Слушай, там надо понимать, там надо когда-то вращать, когда-то нет. По шипам один раз скидываешь, один раз вращаешь. Если мяч на себя высоко летит, ты его скидываешь. Если мяч на себя летит запиленный, ты его... Если высоко, ты его вращаешь. Как от топса, если он падает и прыгает вверх, ты его вращаешь потихоньку. Если он летит низко, над сеткой, ты его запиливаешь обратно. После запила у него летит этот самый... Два Саши меня расстроили просто. Потому что ты Саши положил Сашу. Я только сравнял. Не знаю. Я выиграл уже за день? Да. Да? Ты это было? Кто у нас? Кто будет? Оля?
еще кто-то. Или Николай может, или Стужана. Или Стужана, или Коля. Или Костя, или Коля. Лучше Коля. Я просто не физики, но не хватит. Потому что хватит писать книжку хорошую. Сцепление меня бы было очень классно. Слева совершенно еще осталось. Просто процент 90 очков слева. Молодец. И с этой курсы напрямую не лучше. Я сам. Ну потому что играл в полуприсе, все как надо. Движение партнеры. Играть ниже груди. Встреча. Готовый дырый. Второй финал? Ну, третий счет. Ну, третий счет. Тут счет финал. Третий счет? А, второй или Костя? Не то, а жена, я сам в субботу поеду, там областной турнир, я уходил в играю, может, пришлось. Да не знаешь, что не пройду. Да мне сейчас надо пробить, да, получается. Кто победил? Кто-нибудь претендует? Пока там уже стал. Пятый на балансе, это вообще. Смотреть, вид спорта выбрать другой. Может, пойдем? Три, два. Давайте, давайте, давайте.